сказать. Сейчас работают здесь на месте порядка 161 человека, 39 единиц техники. Было 7 пролетов мостов, значит, 6 обрушилось, один остался, уцелел, но фактически его тоже надо разбирать. Фактически мост надо полностью будет разобрать, разрезать, значит, повреждена газопровод. 8 тысяч действительно домовладений, значит, осталось без газа, повреждена линия связи. Значит, такие прогнозы. Первое, мы сегодня за ночь должны, работы будут вестись круглосуточно, за ночь разрезать мост, убрать и дать возможность проезду поездов. Раз. Два. Значит, сейчас оперативно отработали с «Газпромом», отрезаем, вырезаем трубу газопровода. Утром, ну или сейчас в ночь постараемся, если возможно, будет начинать делать прокол под дорогой, чтобы в течение 3 суток восстановить газоснабжение. Три. Ростелеком, 60 человек здесь на месте. За сегодня-завтра должны быть отремонтированы линии связи. Это 4. Значит, проектировщик на месте, подрядчик уже на месте. Завтра определяем, значит, цену восстановительных работ, приступим к демонтажу. И, значит, и по сути нужен новый готовить проект, потому что этот мост уже восстанавливать никакого не имеет смысла. По сути, новое строительство. Значит, и самое главное хочу отметить. Действительно, у нас есть один погибший женщина. Значит, 5 пострадавших еще дополнительно находятся в тяжелом состоянии. Маленькая девочка тоже. Все 5 находятся в Вязьме. Одна пострадавшая женщина будет отправлена в город Смоленск. Значит, 3 пострадавших здесь находятся пока в Вязьме. Сейчас будут в ближайшем времени направлены в Москву. Значит, и маленькая девочка, 14 лет, окажут помощь здесь, в Вязьме. Значит, а семье погибшей женщины максимально будет оказана вся необходимая помощь. Сейчас ведется работа с членами семьи, со всеми. И вот постараемся в ближайшее время оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим. Ну а сейчас оперативно устраняем последствия аварии. Спасибо.